Добрый вечер. Заказал скважину у ребят с компании Aqualux. Почему выбрал Aqualux? На самом деле целый тендер устраивал. Наверное, компания 5 у меня участвовала. Выбрал по простому принципу, потому что, во-первых, нормальный ценник, а во-вторых, по тому принципу, что менеджер нормально общалась и спокойно поясняла, терпеливо, что, как, почем, зачем и так далее. Бурение происходило в два этапа. Сначала приехала буровая бригада, причем приехала довольно шустро, то есть дня, наверное, через 2 или 3 после того, как мы договорились с менеджером на заезд. Буровая бригада работала около 3 дней. На третий день они уже уехали, забурили скважину на песчаник, 50 метров вышло, 49 если быть точным. Еще через пару дней приехали ребята на обвязку всей этой скважины. Я выбрал кессон. Заняло всего 1 день. Ребята поставили кессон, вывели вот кран на полив летний, сделали вот в дом. Считаю, все отлично, прекрасно. Теперь в доме есть чистая вода, можно жить.